Это такая тема животрепещущая. Когда чаще всего рушатся браки? Социологи в США нашли ответ, изучив заявление о разводах за 15 лет. Чаще всего супруги решаются разорвать отношения, внимание, в марте и августе. Эксперты предполагают, что это связано с циклами в отношениях людей. Ну, вот, как правило, конфликты в парах обостряются после летних и зимних каникул. По будням людям некогда всматриваться в того, кто лежит под боком. Скорее бы отдохнуть после работы. А вот на больших каникулах глаза-то открываются. Увы, зачастую обнаружив проблемы, люди не могут с ними справиться и просто-напросто расходятся. Что еще влияет? Стрессы семьям добавляет начало учебного года. О том, что детям будет труднее учиться, когда родители разругались, взрослые задумываются крайне редко. Ну и, конечно, финансовые споры добавляют масло в огонь. В декабре и январе американские семьи платят налоги. Итоговые цифры в декларации бьют не только по кошельку, но и по семейному очагу.